из Америки. Видите, как один наш первый посетитель, кстати. Первый посетитель оказался из Америки. Так что ему, в принципе, будет что сказать. Можете обязательно спросить его ощущения, спросить, потому что, ну, я думаю, что, конечно, это проект не для иностранцев, на самом деле. Но вряд ли можно назвать нашего гостя иностранцем. Я все помню. Побывала здесь, вернул свое детство. Но здесь уже 80-х годов. Здесь то, что мои дети играли, а я послевоенная. Вот парты, но парты у нас были немножко. Вот этих не было открывать в начальных классах. В начальных классах они были низенькие, там была Камчатка, вот, и те уже немножко повыше. У нас самое главное деление, у нас все построено для того, чтобы подхватили эмоции, собственно, путешествия во времени. Вот музей «Счастливый детство». Что «Счастливый детство»? Это уже экспонат, его уже нет. Дело в том, что это музей о счастье. Дело в счастье, ведь что такое счастье? Череда благоприятностей. Но это такое философское такое объяснение. А на самом деле счастье – это наше детство, потому что каждый человек в детстве был счастлив. А по какой логике вообще выстроено? То есть изначально там ребенок рождается? Логика очень простая, да. Погремушка, рождение, детский садик, ясельки, начальная школа, средняя школа, институт, служба в армии. Собственно говоря, на этом счастье и заканчивалось. Как вы считаете, кому больше будет интересно? Все-таки детям, либо взрослым, которые вспоминают? Я думаю, что от 7 до 70. Вы здесь видели и портфель Сергея Шнурова, и автомат такой детский от Алексея Кортнева. Даниил Крамер был, как всегда, активен. Ну и многие-многие люди, которые поддержали. То есть экспонатов – это не проблема. Самое главное в это трудное время – это вот это пространство, вот открыть двери. Экспонаты появятся. Привыкнуть я могу, как бы. Лучше не заикаться.